купили мы. У нас тут две GP5 Honda. Еще это Honda Fit 14 год и 13 год. Еще мы ни одну не разбираем, будем разбирать, смотреть, пробовать, проверять, что там внутри, как это устроено вообще. Короче, это не тойотошную батарейку разобрать. Уже втроем полчаса крутим, блин. Болтиков куча. Что, опять не идет? Что-то еще держит. Красиво и непонятно. Там подпустя на еще должна разбираться. Вот 4 блока. Ну вот, все, как бы, все понятно. Вот 4 блока. Что мы будем с ними делать? Как их проверять? Будем думать, да? Какая красота. Ну что, все, раскручиваем. Можно тогда сделать? Ударит? Попробуй. Не ударит? А если эту поставить? Попробуй, давай место между ними. Да не, не надо. Ну чеки да нету, она разрывает же. В следующий раз. Все-таки вот эти литионные батарейки проверять, пока въехать не можем. Ну, скоро въедем. Человечки потрясающие. Контакты. Так, вот одна у нас уже непонятная схема тут есть. ТФДшная. Там, блин, целая работает. История. Работаешь? Ну, работает, да. Сейчас у нас новое. Так, я второй уже не дорисовал. У нас же на тридцатке. Блин, бумажку где-то, кстати, самую красивую мы бумажку потеряли. Это, где это от Honda, это от тридцатки же еще? Это от тридцатки, да. Это вот, это тоже от Honda. Сейчас разберемся. А, ты все уже перепаял, да? Выпаяли. Блок один пришлось опять умотать. Взяли вот один. А мы разобрали, делаем переходничок. Такие рубрики получились. А у нас здесь новая схема мутится. Литионные, аккордные. Потом, да, посмотрим? Ну, давай посмотрим. Короче, здесь все перепаяли, подпаяли, блоку подключили. Датчики температурные сделали, переходник сделали, плюс-минус. Это как раз я попал на это, на подключение, да? Самое, что ты говоришь, самое надежное, это скотч, да? Надежнее скотча не бывает ничего у нас. Так, 3-5. Ну что, мы запускать будем? Сейчас успеем. А, я сказал аккорд, а не аккорд, а Honda Fit GP5.
Должно быть все огонь, должно все получиться. А лимит разряд. Казалось, дело было не в бобине, да, говорят. Провода забыли подключить. Ну все работает. Все огонь. Что, теперь мы можем проверять хондовские батарейки. Это будет у нас первый испытательный стенд. Не бывает ничего более вечного, чем временное. Все работает, разряжается. Блин, все получилось. Дует хорошо. Короче, разбирались, мы разбирались с этими батарейками, тестировали, что-то еще делали. Пока до конца не въехали, что к чему. Но мы кое-что придумали. А придумали мы воткнуть хондовские батарейки ко мне в привод в 30-й. Сейчас вот разберем еще одну. У нас еще одна есть ГП-5. Из двух ГП-5 сделаем одну ZWD-30. Потому что у нас получается, мы посчитали, 5 надо, Саня, да? То есть в одной батарейке в ГП-шной, в фите, 4 блока. Мы прикинули, посчитали, надо нам вот таких 5 блоков. Все, продолжение следует. Так, начинаем мы разбирать вторую батарейку. Они у нас лежали, думаем, что они понту вот на них, что они лежат. И вот здесь подготовили уже платформу, немного переварили, потому что она не встает. Пока так, экспериментальный вариант, поэтому немного безобразно. Ну вот, все, теперь вот так вот стоят, чтобы охлаждение не переделывать, ничего. То есть 5 штук, они у нас так станут, как мы их только не пежили. И так пробовали, всяко разно. 5 блоков нам понадобится. 4 с одного, один возьмем с другого. 3 у нас останется, еще у нас 2 машины ГП-шки идут. Если все пойдет хорошо, ну это будет хорошо. Мне даже что-то менять на другое, чтобы компактно так вот разработать. Блин, а может быть вообще можно было в багажник положить? Я думал про это. Я так на него тоже посмотрел, думал, блин. Положите в багажник. Не, ну у нас тоже будет почти компактно, просто чуть-чуть некрасиво. Но это пока некрасиво, следующее. Это же экспериментальный вариант, потом мы сделаем компактно. Можно будет отсюда отрезать, вот так вот, и туда впаять, ну, вварить вот эти вот, аккуратненько. Самое главное, чтобы поехало. А то она же может еще и не поехать. Пока разбирали, формулу выявили. Что будет, если подключить плюс к минусу, а минус к плюсу. Перепутать плюс с минусом. Как на вентиляторе, говорит, когда плюс с минусом меняешь, что происходит? Саня говорит, крутится в другую сторону начинает, а на машине что произойдет? Да, говорит, задом поедет. В общем, вот так вот приходит стенд. Это вот нам пришел, пока мы, короче, тут с батарейкой возились. Пришло нам оборудование. Еще один мы себе стенд заказали. Вот блок. А, нет, это у нас как она называется, Саня? Вот так вот провода. То он какие-то дополнительные провода уже положил. Так, это у нас что там? Аква я вижу, 30-ка, Lexus, что-то еще. И вот сам основной. Так, ну-ка. Саня, открой, пожалуйста, он вот здесь открывается. Все, и вот, вот, да. Инженерной техники Prius 30. Что, Саня, скрываем? Все у нас залезло. Все влезло, залезло. Это только, конечно, в процессе, но стало все четко. Сейчас только с проводами маленько разберемся. Самое интересное. Опа! Вот так. Это раз, два. И вот эту между собой соединим. Вот так вот.
вверх. Контролить он у нас будет через вот эти провода, да? Так, а смотри, а датчиков у нас температуры здесь получится у нас 5. А сколько, через какую подключим? Например. А там сколько, 4, да? Раз, два, да, там 4. Ну сколько вот здесь, вот, смотри, сколько здесь датчиков. Здесь 3 вообще датчика. Здесь 3 датчика, один вон там еще в воздуховоде датчик. 3. Ну как-нибудь разместим, может быть. Вот так вот, да, края там. Ну короче, ладно. А, не во всех? А, здесь вообще 2, да? Не во всех. В 2 получается. Да. Можно поставить, 3. Ну, с другой возьмем, да? Не во всех. А, вот, давай. Давай, чтобы четко все было, вот эту поставим. Блин, блок упал. Вот у нас будет вот это вот еще 3 с датчиком. Просто разместим как-нибудь грамотно. Через одну. С датчиком, без датчика, с датчиком, без датчика, с датчиком. Вот так, да? Мы все подобрали, все подогнали. Здесь тоже сделаем. Здесь нормально все, воздух будет поступать. С плюсами, с минусами разобрались. На мой взгляд, осталось, в общем, самое сложное. Ну, Саня уже говорит, мы уже просто переходник делали, он примерно помнит. Короче, теперь нам надо законтролить элементы. Здесь у нас будет получаться одна пара, то есть один элемент, это два элемента кондовских, один элемент приусовский. То есть, грубо говоря, одна пара, это будет 4 элемента. Раз, два, три, 4, это вот одна пара. Вот теперь нам их нужно будет вычислить. Вот это, по-моему, это лично для меня самая, блин, противная работа. Черновики. Так вот. Рождается нау. Знаете, как они? Нау-хау. Потом так вот на стенах они висят. Так, это первый блок. Так, начали здесь подготавливать их, чтобы было удобнее, все проводочки у нас были аккуратненько. Ну что ж, у нас почти все готово. Здесь мы все собрали, все подключили. Там Саня сейчас допаивает. Здесь мы все сделали. Самый ответственный момент. Главное, чтобы не бахнуло. Пойду посмотрю, что там. Что у нас Саня паяльник делает. Не бахнуло. Последний говорит. Почти. Да, главное, чтобы не бахнуло. Подтыкать. А, будем втыкать и смотреть, да? Как у нас там все. Пока это все вот в таком виде, но потом все будет красиво. Все пошло. Давай, понеслась. Кипелич. Берем вот эту. Такая. Опс. Дай посмотреть. О, что-то выскочило. Выскочило. Что выскочило? Нормально выскочило. Давай, отсюда буду. Что-то выскочило, только в другую сторону. Пока все непонятно. Вот, что-то выравнивается, Саня. Ну, вообще, вот почти ровно. Так вот, 5-6 у нас почему-то. Потом нажимаем. Да. Последняя. Опа. А, ну у нас еще они разные. Какие-то мы элементы же прокачивали. Проверяли, а какие-то нет. Ну давай. Отходить надо, нет, Саня? Нет. Можно не отходить. Опс. Так, 16, 13. 13, 9, 4. Да, получается, какие там? Первая, вторая, третья. Так. Первая. Вы попробуйте запуск сначала сделать. Давай разрядку попробуем. Я сейчас помечу все. Помечу все? Да. Ну давай, пометь все. Нет, у нас пары, что, это он пары помечает. Что, 3 на 5, 15 получается? А
вас показатель на 14. Одну мы не видим. Чего 3 на 5, 15? Ну как Кличко, да? Какие 3 на 5, 15? Ты что? Ну, не срабатывает, да? Или... Почему у нас одна отличается? Потому что вот так, один элемент. Один, получается, это три. Это три. Да у нас там, ну, некоторые не задействованы, там все, все нормально. Да, да. Одного не хватает. Два элемента. Да, там есть такой. То есть четыре. Все правильно было, значит, да? Все было, да, на победе. Все было правильно. Нет. Че, давайте запускать. У нас остановлено. Запускать, да? У нас получается одна пара, ой, ну один блок, да, он хорошо заряжен, да? Какие-то непонятки? Пока непонятки, почему так? Потому что разные батарейки могли быть, какие-то разряжены, какие-то заряжены, что-то мы тестировали, что-то еще делали, но сам факт то, что вот это вот у нас все получилось, это... Как Вася сказал, Саня молодец. Саня молодец. Саня молодец. Ну все, если завтра придем и тут все не рвануло, то значит что-то получилось у нас. И это должно выровняться у нас до завтра, да? Маленьким током, одним ампером. Пикает тут уже рабочий день закончился. Пойдем спать. Зарядить, да, вот до этого состояния. А по отдельности, короче, в каком режиме были, они в таком и остались, в таком заряжаются и в таком разряжаются. Короче, чтобы нам подровнять, пришлось тут опять капец изобретать велосипедную, чтобы все в одно состояние вывести. А что? Ну, все показывает, да? Что, разряжаем, да? А, надо в чем настройках все ровно? Все ровно. Так, подожди, нет, тут надо же это. А. Так, да? Да, все поровно, да. Все, разряжается. Итак, мы маленько подровняли. Че, Вань, все нормально? Да. Все сделали. Даже масло убрали, молодцы. Так вот теперь вот у нас вот так вот, таким вот образом. Ну чувствую, еще надо будет. Ого, таракан ползет. Паучок в съемку попал. Теперь нам попробуем зарядить, выровнять, чтобы у нас все выровнялось, чтобы у нас все четко вообще работало. Здесь подогнали то, что у нас мы просто разрядили. Сейчас пробуем зарядить, утром посмотрим, что у нас вышло. Подогнались они, выровнялись или нет блоки. У нас получается первый блок и последний чуть больше заряжен, первый и последний. И я думаю, уже когда подгоним, все сделаем, попробуем поставить на машину. Друзья, ну если кто-то хочет нас поддержать и узнать, что получилось из этого проекта, ставьте лайки, пишите отзывы, пишите комментарии, как вы думаете, получится у нас что-то или нет. Мы хотим внедрить данные вот литионные батарейки. Уже почти все придумали. В Prius 30 свой автомобиль я поставлю. Как вы думаете, выйдет у нас из этого что-то? Пока на данный момент вроде все получается, не все ровно, как хотелось бы. Вроде все получается. Я верю, что в ближайшее время мы уже все подгоним, все сделаем. Но если хотите нас поддержать, ну, поддерживайте лайками. Я думаю, что следующий выпуск не за горами. Стенд мы еще себе один приобрели. Теперь у нас все в два раза быстрее пошло дело. И помимо работы, мы можем еще вот такими изобретениями заниматься. Долго у нас лежали эти элементы, эти батарейки от ГП5. Походу, пока еще не востребованы. Запинались, мы ходили, запинались. И вот пришла такая идея. Изобрести данный продукт.
Дай бог, все получится, все поедет. Продолжение следует.